Тот Откроет это и обалдей. Адамяну Самвелу, Ласна Маркал, Крупучка. Открывай, открывай. Класс. Мне уже нравится. Открывай вот это. Ласна Маркал. Открывай. Класс. А, так это напечатали с твоими фотками. Это марки, причем они действуют. Их можно, эти марки. Супер, это ж 5 гривен, по-моему, вот это 5. Может быть, эти марки цена. Можно по всему, вот и в России, ой, и в Москву, и в Америку. Класс, это такая именная, ну и жалко да, тратить. Да, жалко, конечно. А, это но это только, да, и там написано, что, оказывается, с почты кто-то смотрит. Это работники почты это сделали. Это они сами сделали? Да, да. Ух, ничего себе. Скажи, красиво, да? Угу, оригинально вообще, вообще, неожиданно. Вася, выходи. Это не менее оригинально, чем тот альбом, который... Да, да, был. Мне нравится вот такой. Вот такие супер. Подарки вот вообще... Вот это вообще для меня. Боже, я сегодня со Светой буду играться. Целый вечер. Да довещи одного не на это сам. Вася, пошли. Ты все Марьянкины игрушки позабираешь? Ну позже, да. Доиграются, знаешь. Да, потом Марьяшка. Да. Доиграется, еще одна Марьяшка появится. А где Марьяшка? А ну позвони. А, вот телефон. Игорь, мы тебе, конечно, наделали тут бедлама. Нормально. Ничего. Все, пошли. Быстрее. Пошли быстрее. Это у него такая была, кстати. Все, ты затормозил нас. Ты че? А. Ты не помнишь? Не помню. А че она не ответила? Ой! Что она не ответила? Я хотел сказать, что у меня кислое вино было, она не ответила. Смотри, как красиво. Мне вот обожаю, когда вот так во дворе. Тем более, это не со стороны балкона, а вот с другой стороны. То есть не со стороны подъезда, а тут балконы. Люди для себя здесь высадили. Было красиво. Ой, красиво как. Сделали. Это китайская сирень у нас называли в детстве. Вот это вот такое фиолетовое. Вот китайская роза. А мужчина там поливали. Красиво так такое сделали себе под домом оазис такой палисадник. Хорошо. Как-то тут хорошо поселок облагорожен. Да. Смотри, видишь, котик такой. Под машину. Вот все автолюбители, надо очень аккуратно заводить машины, бо котик может... Он пометит, пометит, бач, хвостом он туда дрожит, это он метит. Да, обоставил машину, пишу. Правильно сделал. Здесь был Котя. Здесь был Вася. Березки. Вот такие дома у нас в селе были, вот такие вот. Да? Да. Частный сектор. Будут. Уже в этом году все хорошо должно уходить. Он смотри, сколько вишен. Угу. Мне нравится, что такое оно. Не побило в этом году мороз или что-то. Вон, лянь, черешня. Это черешня. Ага, ранняя. Это Валерий Чкалов. Красная. Дави на газ. Кому мне? Ты дивись, який умный. Язык оторву тебе. Не хочется тебя догонять. Вот дети сейчас пошли, ты понял? Вот дети такие, да. Тебе ногу сломаю. Маме своей сломаешь голову. Вместе с папой. Вот это тоже такой, знаешь, каменный век вот такой. Знаешь, стоит закатка. Горка того, горка сего и все. Здрасте. Горка того, горка сего. Ой. Где тут? Я три пакета несу. Русского сувенира. Да ладно. Или рюкзак давай. Побьют так одного. Точно.
На какую совхозную? Мы уже полчаса стоим. Пенсионер, Леонид. Да, стоим полчаса, ждем. Автобуса нема. Осторожно, машины. А куда идти? Та ну тебе в это самое, мы лучше туда пошли. Там не влезешь, что машина. Дай, иди, давай, давай. Надо, тяжело. Да откуда мы знаем, мы стоим, как приехали. Куда идти? Куда вот туда, через... Пока. Ты что, не мог сразу сказать? Ага. Да. А мы ж откуда знали? Если ты не знал. Сюда? Ты кто знает, наверное. Ну, поехал, давай, спрашивай. Пошли. А куда на совхозную, скажите? На совхозную? Да. На совхозную вот тут. Так, одесса, подожди, остановка 115. Да, вы на мастер-шей. Да, да. Очень приятно. Спасибо. А вы сюда приехали? Там гости, скажите, 115-й, туда идти надо? Он тут... вообще-то не местный, но вот это совхоз. Ну, понятно, значит, нам туда надо все. Игорь сказал. Ты одна пытаешься, он из мастер-шефа тебе. Она очарована, мастер-шеф. Зачарована. Знаешь, я часто замечаю. Она свою. Я свою спрашиваю, знаешь, я без мастер-шефа, а что вы тут делаете? То есть, не по существу. Для контента пойдет все. Бабушка что-то не сцепалку даже не крутить. Сейчас подожди. Скажите, на остановку туда прямо? Да. Прямо, прямо. 115, прямо, да? Прямо. Ага, спасибо. Райадел. Райадел. Мимо Райадела. Мы их пересмешника любим готать, да? Это ж я сказал. Райадела. Да. О. Легкой джазовой походкой я пошла через дорогу. Великое пузо. Великое пузо. Зручный магазин. Будешь сюда заходить, и в тебе будет великое пузо. Будешь ты долго тоді смеяться. Ага. Хохлома. Хохлома на оба глаза так. Пошли. Куда идти, я не пойму. Вот куда идти, где тут остановка? Я Игоря прибью. Вот куда мы зашли, я не могу понять. Давай. Что? Иди питай. Тебя сейчас будет парафироваться. Смотри. Нет, не буду. Я специально стал застыл. А ну спроси мужика. Блин, по телефону был. Я извиняюсь, а так на остановке. Вот туда, да? Ага. Прям пчелку прибыли за дерево. Быстро не еду, что-то ждет много. Очень остроумно. Такие, да. Бачишь, пчелку на дереве повесилась. Смотри, как неудобно такие подъезды с вот такими лестницами. Это ж ужасно. Такое, пока человек поднимется. Тут видишь, высокий. Да, все будет добре. Высокий, видишь, это как цокольный или как подвальный. Жаль, класс, о, да, вот, смотри, ты играл в классики. Это ужасно, потому что
подниматься. Представь, как когда пенсионеры. Да, ты сюда, сюда, да еще и на пятый. Бывает такая, вот так инвалиду с коляской подняться, никак. Что у нас тут, что-то приспособлено для инвалида, аж ничего. Вот, пожалуйста, как тут на коляске проехать, аж нет. К забору задом. Ой. Как я не люблю вот этот юмор, все это. Бычачий. Что это? Лавочка в Европе. Ой, остановка туда дальше, да? Не знаете? Что вы тут делаете? Знаешь, так, что вы тут делаете? Да, он там что-то. Я так не могу, как тебе так получается, я не могу понять. Я бы тебе сказал, я бы сказал. Что тут? Мы на какую-то трассу вышли уже, че шо, я не могу, вон что, шо это? Ну шо это за пустырь, шо это за трасса? То 125-й. Оце він? Ну так надо быстро, бо уйде. Хохлома, быстрее шкутыль гай. Заходи. Лама руки растет. Здрасте. Сюда сядем? Чи куда? Ням-ням-ням. Ням-ням-ням.